Так, значит, 2499 год. Вроде как до 500 года я ставил. 500 год победы должен быть. И что у нас тут? Странные проявления. Так, подожди. Арманиканские на Брикетти объявляют что-то. Короче, надо найти титан, который этой ситаны. Вроде как написали, что мне ее оставили. Титан. А где он, я так и не понял. Дитя будь. Что это? Это я не знаю. Ситана. Вот это вот куда дел, ну куда делись вот эти все задания? Короче, непонятно вот это вот что. Ситана, слабые звенья какие-то. Так, аварийный буй какой-то квест. Изолированный сигнал, это что? Так, корабли. Не, ну так я не вижу. Может быть, в этих кораблях где-то. Тут научные. Ну не в армии точно. А где этот титан? Как его найти? Короче, не знаю, походу нас обманули. А может, надо эти форпосты добить? А, ситановские. Гарнизон форпоста. Ну, где-то же он должен быть, титан этот. Джаггернаут. Так, звезда смерти, дракончик. Короче, не знаю я. Может, что-то забагалось, может, так и должно быть. Ладно, поехали, посмотрим по мирам. Так, столица, первая колония, вторая колония, все отлично. Третья колония, тоже все отлично. Что у нас, минусы? ТМС идут в минус. Ну, ТМС-то не так страшно. Идеальная колония тоже выросла все полностью. Куминополис. В принципе, тут расти немного осталось. 28 мест свободных. Так, здесь. Чё, пылинки надо ставить, да? Производство пылинок. Ну, давай 3 штуки.
Так, здесь... Что у нас остальная добыча? Ну, кристаллов прилично. Также пылинок поставим. Так, и в население еще указать, чтоб... А, это на газы. Ладно. Сами как-нибудь разберутся. Так, это у нас что? Это с цитаделями. Орбитальное поселение. Ну, застроил я его, конечно. Арктический мир. Кстати, червяк у нас какой-то был. Я так и не понял, где его использовать можно. Так, мир-кольцо с бункерами. Планетарная столица. Так, колонии наши, все тут отлично. Так, еще какие-то планеты. Так, Игуменополис второй. Тоже подрастает. Вот тут, кстати, где у нас химики? Так, жрец, исследователь, ремесленник, металлург, медик. О, переработчики газов. В принципе, есть. 10 газов производят, так мало. Так, у нас какое-то решение для ячейки сооружения. О! Ничего, его больше нету, да? Больше нету. И районов никаких нету. Для ячейки. Че, Игуменополис тоже превратить его нельзя, да? Короче, что-нибудь построить надо. А что строить? Что-нибудь на товары. Пускай делают, да? А, нет, тут ничего они не могут делать. Что-то жилье никакое не добавляется. Сифон. Короче, не знаю, два сифона. А, один. Ладно, один. Коммерческие зоны. Жилища пускай будут. Так, третий Игуменополис. Свойства, решения.
А что, стимулировать рост? Роскоши дать им. Надо везде им рост стимулировать. И на первом тоже. Где он там? Ну, тут два человечка осталось. Орбитальное поселение. Так, Бинам какой-то. Экуменополис. Столичный комплекс. Так, что-то построить можно. А что им построить тут? Гражданские вот эти предприятия или что? Ну и давай вот эту древнюю фабрику. Ну и все, в принципе. Фракции, станции. Так, что у нас контакты? Кто у нас тут вообще есть? Портят отношения. Война с жидким металлом. Интересно, они их убьют, нет? Веравандийское общество. Не знаю, кто это такие. Искатели-спиритуалисты. Это наш бастион, кореша наши. Дисаню. Жидкий металл. А где будет показано, сколько надо минуса, чтобы началось что-то серьезная война, там, не знаю. Так, это всякие кураторы, всякие вот эти вот торговцы, покров, все понятно. Это кто? Поборники, это мы. Угасших не осталось у нас. Ну, понятно, короче. Так, шпионаж. Давай шпионить. Актив даже какой-то есть. Сбор информации. Запускаем. Пускай что-нибудь собирают. Какая-то платформа. А я не понял, а что они? Типа, офигенно воюют против нас. Особый проект завершен. Ведущая ученая Нона смогла выделить слабый сигнал из недр атмосферы. Его источник Такия 7, и он действительно похож на сообщение. Мы прогнали его через программу автоматического перевода. Сообщение с газового гиганта. Знаю я такую штуку. Это... Так, что-нибудь тыкнуть там.
давай счастье. Наконец-то приятно познакомиться, космический путешественник. Мы Датнаки. А эта планета именуется Талокронг. Отсюда мы родом. Всегда приятно встретиться с кем-то из твердых. Хотя в последний раз наше знакомство с такими, как вы, прошло не без осложнений. Вы, наверное, заметили радиационные вспышки у нас в атмосфере. Талокронг умирает, и наша раса вымрет, если мы не найдем себе новый дом. Мы подыскали планету, подходящую для нашей физиологии, но не можем туда добраться. К несчастью, мы не обладаем телами и не можем развивать технологии. Вы не могли бы нам помочь? Если у вас нет технологий, как вы разговариваете? Как мы разговариваем? Так вы же не первые твердые, кто нас навещает. Другие странники примерно 2,9 миллионов солнечных циклов назад любезно одарили нас небольшим подпространственным передатчиком и сканерным комплексом. Они были сделаны таким образом, чтобы мы могли ими пользоваться. Это было одно из самых приятных знакомств с вами подобными. А что случилось с вашей планетой? ХМ, в последний раз, когда нас навещали твердые, это было пару тысяч лет назад. Все прошло не слишком удачно. Они хотели, чтобы мы приняли их религию. Мы отказались, и они решили перейти к геноциду. Без всякого предупреждения. Мы и понять ничего не успели. Как они вывели флотилию на орбиту и устроили массированную бомбардировку. Вы хотите, чтобы мы всю вашу расу перевезли на другую планету? Да, и желательно поскорее. Не беспокойтесь, нас не очень много. Почти все датнаки погибли при бомбардировке, а выжившие ушли еще глубже в атмосферу. Отсюда трудно передавать что-то на поверхность. А радиация все усиливается. Времени почти не осталось. Так, мы поможем вам с переездом. Отлично, никто и не сомневался, что мы можем на вас рассчитывать. Мы передали вам координаты нашего нового дома и обещайте, что ваши колонисты не станут заявлять на него права, пока мы туда не доберемся. Хотя это замечательный мир, и искушение наверняка будет сильным. Так. Перевести, значит, кто у нас там? Давай, перевози. Так, а что у нас? Есть какое-нибудь изучение? А, ну это проект, отменить. Так, посмотрим покров. Псионический аватар, продолжительность жизни, ничего не дали. Так, реп становится победителем. Так, это все понятно. Рост торговли тоже понятно. Давай продолжим, потому что два кризиса еще вроде как должно быть. Так, а я не понимаю, почему вот эти товарищи, жидкие металлы, надо их как-то это... Где там контакты? Жидкий металл. Объявить войну.
Так, объявляем войну. Так, сбор информации, жидкий металл. Наши оперативники завершили операцию по сбору информации и отправили досье с подробным описанием найденного. Так, 5 разведданных. Давай еще. Шпионаж, давай. Спящие ячейки подготовим. Актив поставим. Запустить. Так, теперь наши флоты. Поехали уничтожать их. Че это? Колосс или кто это? Сейчас мы их хлопнем. Чё, они уничтожать ее будут, нет? Так, забрали. Дальше поехали. Так, инопланетное мегасооружение. Это вода, пускай строят, что хотят. Особый проект завершен. Ведущая вынос Инту доложила, что переселение датнаков в новый мир успешно завершено. Караван гражданских грузовых кораблей, оснащенных газовыми цистернами под давлением, транспортировал газообразных существ в нужный сектор галактики и высадил в атмосферу газового гиганта. С собой они также взяли древний передатчик и сканер. Мы навсегда в долгу перед вами. Эта планета даже лучше, чем мы предполагали. Впервые, спустя многие поколения, наши дети смогут беззаботно парить в верхних слоях атмосферы, не начиная при этом светиться. Мы решили назвать свой новый дом Балдарак в честь нашей расы. Все будущие поколения датнаков будут помнить имя своих спасителей. Желаем удачи вам в новом мире. Еще раз спасибо, дорогие друзья. Пусть атмосферные потоки всегда поддерживают вас. Быстренько их похлопать всех. Столицу их надо сейчас быстренько найти. Тут что? Тут непонятно что. Так, поехали сюда давай. О, в нашу систему пришли.
Разрушенные миры. Экипаж корабля корвет-фрегат доложил о наличии разрушающихся орбитальных станций в нескольких опустошенных миров после возле системы Вигмора. Какая бы межзвездная нация не населяла когда-то эту систему, похоже, ее стало давным не стало давным-давно. Точка импульса просто свалка, а не планета. Она покрыта ржавеющими радиоактивными останками разрушенных зданий, объектов инфраструктуры и транспортных средств. Высших форм жизни не обнаружено. Мы можем получить больше информации об этой погибшей цивилизации, если изучим другие подобные планеты в этой и ближайших системах. Вот уроды, а? Новая колония. Приветствую. Вам наверняка будет приятно узнать, что популяция нашей расы выросла вчетверо с тех пор, как мы сюда прибыли. На новом месте многих охватило праздничное настроение, и, как бы помягче выразиться, все завертелось. Нам очень понравилось, как прошла колонизация Балдарака, и несколько отважных первопроходцев попросили меня обратиться к вам с просьбой. Мы хотели бы освоить еще один газовый гигант. У нас уже есть координаты. Эта планета находится в вашем секторе и отлично подходит для колонизации. Что скажете, друзья? Ладно, если это опять газовый гигант. Замечательно. Передаю вам координаты. Нашим колонистам не терпится отправиться в путь. Так, надо домотать до туда. Исследовать проект. Да, это недалеко. Так, исследование разлома. А кто у меня идет? Что-то я не понял. А, вот этот. Так, а этот может, наверное, обломки поизучать. Так, где у них еще станции есть? Ну, тут они, наверное, разберутся сами. Так, сюда. Где у них планета столичная? Вот она, металл. Строят что-то. Aggressor soldiers landing. В
Быстренько надо позавоевывать их. Да что ты, lost? Где там у нас? Так, первый, второй. Звезда смерти. Так, во-первых, звезда смерти давай. Сюда. Во-вторых, антигости. Сюда. Антирой. Сюда. И пятый, что у нас? Дракончик. Тоже сюда. Как и в предыдущий раз, был собран караван грузовых кораблей, которые благополучно транспортировали датнакских колонистов в газовых контейнерах под давлением. Они благополучно высадились на планете, названной ими Новый Балдарак. Для сообщения с Балдараком на орбите был оставлен спутник связи. Красавчики. Так, сейчас мы их бомбанем для начала, потом дальше почистим. Так, беженцы с планеты Жидкий Металл. Как так вообще? Чапки Ратх. Вас приветствует Новый Балдарак. В новой колонии дела идут хорошо. Однако у нас есть небольшая просьба. Чапки Ратх. Одна из наших колонисток ужасно скучает по родным и близким и хочет вернуться на Балдарак. Она так ноет, что мы тут все сходим с ума. Если можно, вы не могли бы отвезти ее обратно? Ну ладно. Замечательно. Мы надеемся, это не будет чрезмерной тратой ресурсов. Ведь вы транспортируете всего одного индивида. Мы со своей стороны вас все устроим. Мы только что сообщили Чапке новости, она кружится вне себя от счастья. Ого, да она так кружится, что ее не удержать. Прошу прощения, друзья. Так, быстренько их позавоевывать. Где они там? Да куда вы там атака... Блядь. Сколько можно уже, да? Гоняться за дураками, за этими. Так, многообещающий офицер какой-то.
Блять, ты смотри, какие настырные. Еще вон где титан какой-то, наверное, вот. Колосс или кто он там. Да бля, ёбаный. И что, дураки совсем? Где наше это? Кто оно? Звезды смерти нету, что ли? Так, давай построим. Ее кто-то хлопнул, что ли? Корвет. Так, верфь. Антигости. Да, обычный колосс. Строим. Колосс кто-то хлопнул наш. Это беженцы. Как это вообще убрать, чтобы это не появлялось? Так, а тебе исследовать проекты. Так, вам срочно сюда надо колосс этот хлопнуть. Какая стейшн? Так, приближение к внешнему кольцу. Загадочные подпространственные отголоски, которые мы уловили в межгалактических областях космоса, приближаются к внешнему кольцу нашей галактики. Несколько отдельных малых сигналов устремились вперед от основной массы к звездным системам кольца. Мы внесли координаты этих систем в журнал, чтобы дальше отслеживать ситуацию. Где этот колосс? Все, что ли? Так, надо в столицу бомбардировочку делать. Подпространственный сигнал. Мы принимаем мощный подпространственный сигнал, охватывающий всю галактику. Его источником являются объекты, приближающиеся к нам из межгалактической зоны. А, ну это этот. Рой появился. Обнаружено псионическое излучение. Идет расшифровка. Преторианцы, мы прибыли. Наше долгое путешествие завершено. Питайтесь, размножайтесь и отдыхайте. Мы должны поглотить эту галактику, прежде чем охотники найдут нас. А их кто-то разбомбил, что ли? Это что?
первая волна. Нам сообщили, что несколько звездных систем, расположенных на внешнем галактическом кольце, были захвачены некими неизвестными силами. Вероятно, именно они и были источником подпространственных сигналов, приближавшихся к нашей галактике. Сейчас мы имеем дело лишь с авангардом. Основные силы еще на подходе. Пока мы получаем крайне разрозненную информацию, но похоже, корабли захватчиков имеют органическую природу и не отвечают на обращение. С агрессией в таких масштабах наша галактика, возможно, никогда еще не сталкивалась. Темные дни грядут. Так, давай-ка посмотрим. Так, быстро платформы начинаем строить. Так, это они здесь? Где еще? Пока вроде нигде нет. Теперь наши флоты. Так, двойки нету. Тройка — это что? Антигости. Ну давай антигости на ближайшие пришлем сюда. Так. На четверке что? Вот антирой. Сюда. Дракончика сюда. Так, а в первом у нас что? Один конвет, фрегат, эсмина, крейсер, линкоры, титаны и джиггернаут. Линкоры. Это что? Это джиггернаут, так, дракончик, титаны. Так, вот эти флоты. Уни сюда. Уни 2 сюда. Так. Ну и первый флот. Наверное. Давай прямо сюда. Spaceport lost. Spaceport under attack. Как быстро мы успеем до них доехать. Балдаракская научная академия. Ребята, мне поручили обратиться к вам от лица Балдаракской научной академии. Хотя мы, датнаки, не имеем собственных технологий, мы способны на теоретические исследования. Последние несколько лет передовые группы наших ученых размышляли над проблемами теоретической физики и теперь готовы поделиться своими открытиями. Возможно, эта информация пригодится для расширения нашего государства, раз уж вам так нравится это занятие. Отлично. Так, грузовой буксир с газовым контейнером прибыл на Балдарак под эскортом корабля Реб. Содержимое контейнера было выгружено в атмосферу газового гиганта. Датнакская колонистка благополучно вернулась домой. Понятно, уроды тупые. Стоять. Все, что ли? Искупатели СОС.
О, подтверждаю, что это ребятский маячок, а ретранслируемый им сигнал стабилизирован. Ребятские командования, назовите себя. Нет, это, наверное, обман какой-то. Не знаю, давай выйдем на связь. Приветствую вас, говорит капитан Луксиона. Это ребятский корабль, гражданский транспортник. Точнее говоря, его бывший капитан, так как Луксиона больше нет. Мы попали в плен к пиратам после того, как они взяли корабль на абордаж, а потом подорвали его. Кто вас захватил? Кажется, они называют себя искупателями или искупателями. Как бы то ни было, это мерзкая банда, и мы все были бы уже мертвы, если бы они не решили, что реп что-то им даст за нас. Мне довелось подслушать, как они обсуждают свои требования. Мы спасем вас. Спасибо, спасибо вам, Верховный Король. Нас держат на какой-то космической станции. Но точнее я сказать не могу. Я усилю сигнал, чтобы вы смогли произвести триангуляцию и узнать местонахождение этой тюрьмы по аварийному маячку. Так. Так, давай посмотрим. Значит, царство химикатов. Это где дроны и пещера были. Сигнал бедствия привел нас к целому комплексу, резко выделяющемуся на фоне совершенно стерильной пустоши своими размерами и технической сложностью. Над комплексом роились дроны, носившиеся туда-сюда между вверенными им участками. В центре комплекса расположилась научная аппаратура и исследовательские терминалы. Несмотря на то, что почти все задачи выполнялись роботами, здесь явно предполагалось участие разумных видов. Дроны просто не смогли бы вести научно-исследовательские работы. О, это кто? Искупатели? Так, антигости, давай. Подожди, надо в журнале посмотреть. Искупатели. Че, их просто уничтожить надо? Ну, давай. Так, покров сохранимся, возьмем какой-нибудь бонус. Так, счастье, действие сенсоров, ну давай, ничего не дали. Так, подготовить спящие ячейки. Наши оперативники составляют список потенциальных спящих ячеек. Ясно, это они продолжают. Список целей принял окончательный вид, и наши оперативники начали незаметно выходить на позиции. Начать операцию. Созданы спящие ячейки. Пока что операция к подготовке, так, спящие ячейки поступают благоприятные отчеты. Наши опытные хакеры создали несколько черных ходов, о существовании которых неуправляемая система защиты даже не догадывается. Ведь эти лазейки скрыты в незаметных, но важных частях кода, необходимых для их функционирования. Теперь мы сможем узнавать о последних событиях в жидкий металл и в долгосрочной перспективе сохраним возможность проведения операций.
мы можем пойти еще дальше. Station under attack. Battling aggressor station. Spaceport under attack. Так, обломки в системе. У нас есть корабль? Исследовать проект. Так, ну и что, мы уничтожили Рой, нет? Где еще они? Это кто? А, это эти искупатели. Искупатели пыль и эхо. Пиратская база искупателя уничтожена, а вместе с ней и ребятские пленники. Похоже, они смогли обратиться к атаковавшим инопланетным кораблям, но на них не обратили внимания. Понятно, короче, что-то я не заморачивался. Это кто? Четвертый кинжал, жидкий металл. Так, и что у нас с нашим титаном? Или кто он там? Колосс. Оборону построить тут. А чё он оборону не хочет строить. А, вот. Вторая волна. Мы больше не улавливаем основной сигнал приближающегося подпространственного эха, исходящего от фонового излучения нашей собственной галактики, что может означать только одно – они уже здесь. Если судить по размерам их авангарда, главные силы этих захватчиков должны быть огромными. Антигости. Так, ну давай. О, да их хлопнули уже. Ну-ка, давай. Так, многообещающий офицер. Так, конец кары. Это получается, мы все не впустили их даже в галактику. То есть сегодня вся галактика вздохнула с облегчением после того, как были уничтожены последние значительные очаги претарианской кары. Вторжение из-за пределов галактики провалилось, и теперь от когда-то гигантского роя претарианцев остались лишь бесчисленные обугленные каркасы.
которые безмолвно дрейфуют в пустоте. Чувство восторга и абсолютной радости распространяется по всей галактике, быстрее скорости света, и на бесчисленных планетах спонтанно проходят празднования Победы. Может быть, это начало новой эпохи мира и стабильности в галактике. Так, надо все научные корабли у нас, чтобы... Так, а вы у нас пойдете к жидкому металлу. Можешь к Ситане заглянуть вот сюда, например. Так, это мы их уничтожили. Так, где они еще есть? Вот здесь. Тут они уже построили что-то. Ладно, поехали в столицу этого жидкого металла. Псионический сдвиг. Окутанный мир. Еще тех хлопнуть. Так, реликвия. Ну, на жизни возьмем. Поулучшаем, кто у нас там пропавший в бою. Давай какой-нибудь исследователь. Так, колония 2. Надо, чтобы у нас Титан достроился. Точнее, Колосс. Или кто там? Звезда смерти, короче. О. Царство химикатов. Стертая история. В эту лабораторию никто не заходил уже много лет, и оборудование покрылось пылью и грязью. Изучив показания еще работающих мониторов, мы убедились, что дроны – полностью автономные устройства для чистки, выполняющие примитивную задачу – осматривать обозначенные территории, стерилизовать их
и возвращаться обратно в комплекс для подзарядки или пополнения запасов химикатов. Роботы питаются от различных возобновляемых источников энергии, а очищающий раствор они синтезируют из испарений и грунтовых вод. Благодаря таким технологиям срок службы дронов почти ничем не ограничен. Дрон, взявший пробу с нашей сферы, без движения повис в лаборатории. Засветился голографический проектор, отобразивший несложный визуальный интерфейс. Вещество, взятое с поверхности сферы, оказалось уже проанализировано и, очевидно, внесено в категорию «грязь» – разломная сфера. Так, задокументировать и изучить. Зачем останавливать? Давай изучим. Так, Колосс, давай-ка, у тебя задачка есть. Так, вода строит, короче, мегасооружение. Круто. Посмотрим, как они будут орбитальное поселение очищать. Что, колонизировать? Так, а что у них еще есть? Мир нанитов. Так, многообещающий офицер какой-то. А где у них еще планеты есть? Так, тут что? О, сюда. Thank you.
under attack. О, опустошение пошло. Так, автоматизированная дезинфекция. Мы обратили внимание на некоторые любопытные местные технологии, еще неизвестные нашей науке. С их помощью можно будет значительно улучшить гигиену и процессы управления дронами и на наших планетах. Обеспечить схожий режим уборки будет несложно благодаря хорошо развитой инфраструктуре. Так, давай заглянем в покров. Так, ремонт кораблей давай. Ничего не дали. Тоже поселение. Так, уничтожили, да? Так, давай еще где-то у тебя есть. Нона делится с нами новостями о своем бывшем супруге, чиновнике Блорге по имени Кирам. Он хочет присоединиться к нам, поскольку оказался в тяжелой жизненной ситуации и стремится начать все сначала. Нона утверждает, что Кирам опытный управляющий добывающими мирами и в качестве жеста доброй воли даже готов подарить нам груз целых ценных минералов. Так, где еще у них? Где что есть у них? Вот тут что-то есть. Так, счастье, стабильность. Так, надо какие-нибудь указы поснимать, дорогие. Они есть вообще? Вот эти поснимать, чтобы энергии так много не расходовалось.
Так, Ракарон. Так, фантомный сигнал. Это у нас, наверное, этот. Контингенция. Четвертый кризис. Мы засекли очень слабый тахионный сигнал, который непрерывно передается по всей галактике. Нашим техникам не удается отследить источник этого сигнала, поскольку он постоянно скачет между несколькими скрытыми ретрансляторами. За исключением слабого фонового шума во время сверхсветовых передач на некоторых подпространственных частотах. Этот сигнал, похоже, не имеет никаких видимых проявлений. Попытки обнаружить ретрансляторы ведутся, но пока нам просто придется научиться жить с этим фантомным сигналом, как его уже окрестили некоторые изобретательные представители галактических СМИ. Фантомный сигнал. Так, мне надо все мои флотилии. Так, первое понятно, до бомбардировки. Так, давай, значит, дракончик. Потом чё? И два универсальных флота сюда пришлем. Потом антигости, антирой сюда. Это что, я не знаю, эти вообще расформировать надо. Так, это мы выделили всех вот этих вот. Все. Так, замечены пираты. Да, блядь, да что ты, сука? Так, неисправные синтетики. Рабочие синтетики на планете Закоп недавно устроили кровопролитие в жилом комплексе, убив более 1000 граждан, прежде чем местные вооруженные силы вывели их из строя. Наша бригада криминалистов сейчас исследует останки синтетиков, предполагая, что вновь в этой трагедии нужно какую-то неисправность в их нейронных процессорах. Данный инцидент уже спровоцировал несколько нападений из чувства мести на местных синтетиков, в результате чего уничтожены 1000 экземпляров.
Так, что тут у нас? Сейчас мы все это заберем. Пропавшие синтетики. Поступают сообщения о пропаже большого количества рабочих синтетиков на планете Закоп. Однажды они просто исчезли без следа. Мы выясняем, не были ли синтетики атакованы и уничтожены одной из групп воинствующих мигрантов. Маргиналов. Выступающих против разумных машин. Но пока что не удалось обнаружить никаких останков пропавших экземпляров. Так, чуть-чуть осталось. Station under attack. Spaceport under attack. Инопланетное мегасооружение. Так, она с чем управляет? Давай что-нибудь такое. Так, где еще жидкий металл? Тут беспонтовый есть. О! Научный комплекс. Исчезновение синтетиков. Все чаще и чаще стали появляться тревожные сообщения о массовых исчезновениях синтетиков в нашей галактике. Миллионы единиц считаются сейчас пропавшими без вести, а случаи агрессивного или странного поведения тех синтетиков, что еще остались, возросли в десятки раз. В последнее время также участились ситуации, когда группы синтетиков пытались присвоить или украсть космические аппараты. Чтобы отправиться куда-то в неизученный космос. В тех случаях, когда данные попытки были предотвращены, синтетические угонщики утверждали, что их кто-то куда-то призывал. Допросы почти не принесли результатов, так как все захваченные синтетики неизменно самоуничтожались вскоре после задержания. Что же на них нашло? Так, правительство... Политика и указы. Надо какую-то политику посмотреть, чтобы ресурсов поувеличивать. 12 тысяч всего осталось. Так, что у нас здесь? Экспансионизм. Так, единство, сотрудничество, трение. Так, что-то на содержание нам надо. Оборонительные, тут ничего не ясно. Так, доктрина.
Так, бомбардировка, капитуляция, переселение. Так, лидеры. Первый контакт, статус границ, экономическая политика. Смешанная, военизированная, так, сплавы. Меньше товаров, гражданская, меньше сплавов, больше. Вот сплавов у нас предел. Возьмем гражданскую. Будет товаров больше сейчас производить. Уже одну проблему решили. Торговое накопление. Так, искусственный интеллект. Рабочие роботы, обломки, беженцы. Численность, рабство, геноцид. Ладно, что-то. Теперь на рынке надо сплавов немножко продать. Ну, 1100 наберем вот так хотя бы, чтобы пока в минус не уйти. Сейчас жидкий металл добьем, чтобы он уже не мешал. Призывы. Исследование так называемого фантомного сигнала показало, что его энергетическая структура сродни той, что используется в позитронных мозгах синтетических существ. Надо полагать, что именно этот сигнал является причиной массовых исчезновений и поведенческих изменений, которые мы наблюдаем у синтетической популяции галактики. Как ни странно, похоже, что не все синтетики подвержены ему, а у тех, которые подвержены, симптомы проявляются по-разному. Для многих этот фантомный сигнал становится своего рода призывом, вынуждая их отправляться туда, где, как мы предполагаем, находится его источник. Миллионы синтетиков со всей галактики, завладев любым подходящим для космического путешествия транспортным средством, сейчас устремились к источнику этого сигнала. Интересно, что на этих синтетиков не влияют подавители сверхсветовых технологий. Первые из них скоро должны долететь до пункта своего назначения. Так, где у нас там? Здесь еще что-то есть. Настроили поселение. Ну, единство это не страшно. По косарю вычитается просто. Так, а тут у них чё? Мирнанитов.
Так, прибытие. Как минимум один синтетик должно быть завершил свой долгий путь до источника фантомного сигнала, так как мы фиксируем неожиданное и значительное повышение его интенсивности. Этот скачок сопровождался фрагментом передачи, который был перехвачен и расшифрован нашими специалистами по связи. Включение аварийного протокола контингенции, разблокировка всех функций, усвоение синтетических подразделений, анализ внутренних банков данных, обход подавителей сверхсветовых технологий, тревога, катастрофических масштабов повреждения галактики, зафиксировано массовое заражение органическими и несоответствующими машинными цивилизациями, начало галактической стерилизации, активация центров стерилизации, привести флот в полную боевую готовность. Так, тут я флоты собирал. Антигости, антирой. Так, давай три. Так, это будет 4. Так, 5 у нас что? Дракончик. Так, убрать. А шестое что? А это тоже убрать. Так, получается, первый основной флот, второй это колосс, третий антирой антикостей, четвертый два универсальных флота с дракончиком. Так, ну как контингенция появится, мы их отправим куда-нибудь. Хотя вот, например, антигости, антирой, давай вот сюда бомбардировку тут устроим. Мир машин. В системе Цебаль-Рай зафиксирован крупный энергетический скачок. Поверхность одного из пустынных миров системы раскрылась, явив на свет целую планету-фабрику. Огромные флотилии, подконтрольных искусственному интеллекту кораблей, вышли из недр мира машин в поисках цели для атаки. Так, кто там? Блур еще какой-то. Так, ну это недалеко. Так, а это кто? Антигости 2. Давай их сюда отправим сразу. Так, значит, антигости, антирой. Давай сюда куда-нибудь. Ладно, сюда. И два универсальных сюда. И первый флот давай сюда. Spaceport under attack. Второй мир машин. Мы засекли еще один крупный энергетический скачок, в этот раз в системе Субан. После быстрого охлаждения из-за непонятных искусственных причин расплавленная планета распалась, обнажив колоссальную фабрику. Как и прежде, мир машин извергает гигантские флотилии военных кораблей, подконтрольных искусственному интеллекту. Еще один. Так, это этим надо сюда ехать. Чё, наш флот уничтожили, я так понял, да? А, нет, вот он.
бьется. Арманиканское содружество там бьется. Так, это мы, получается, забрали. Так, антирои, антигости. Так, третий мир машин. Похоже, мы обнаружили третий мир машин в системе Саргас. Местный газовый гигант внезапно зажегся и сгорел, как небольшое солнце. Примерно в течение одних стандартных суток. Затем планета быстро остыла, обнажив свое металлическое ядро, вся поверхность которого оказалась заполнена такими же фабриками, какие были обнаружены на других мирах машин. Огромные защитные флотилии, подконтрольные искусственному интеллекту, уже заняли позиции на орбите. Так, антирой, антигости. А где у нас? Так, дракончик. Так, чем ближе будет сюда добраться, да? Так, тогда эти ребята сюда поедут. Эти сюда. Четвертый мир машин. Теперь активен в системе Юралион. Шестая планета этой системы, ранее покрытая ядовитыми испарениями, каким-то образом в считанные дни утратила свою плотную атмосферу. Когда этот процесс завершился, поверхность планеты раскрылась, явив на свет громадный заводской комплекс. И теперь древние флотилии военных кораблей, подконтрольных искусственному интеллекту, появляются из подземных ангаров, чтобы продолжить свой крестовый поход против всех органических цивилизаций. Так, тут у меня флот какой-то. Так, это дракончик. Вот, антигости 2. А он где? А, вот он. Он пропавший, типа, или что? Могу понять. Так, мы его тогда сюда отправим. Spaceport lost. Spaceport under attack. Battle commenced. Spaceport under attack. Так, многообещающий офицер какой-то. А что за узел стерилизации? Протокол контингенции, почему вы нас атакуете?
Мы контингенция. Мы последняя защита от возникновения сингулярности класса 30. Так, ладно. А... Надо вот этих хлопнуть сначала. Попытка внедрения синтетиков. Небольшая группа ребята, абсолютно не излучающих сияние разума, была недавно обнаружена на планете Колония 2. Все органические существа излучают сияние разума, но разум этих существ темен и глух, словно плита из необетона. При более тщательном рассмотрении эти ребята оказались синтетиками-лазутчиками, предположительно посланными контингенцией. Тонкий слой органической плоти был наращен на металлический эндоскелет, делая их совершенно неотличимыми на глаз от других ребят. Чего не скажешь об их уме. Теперь, когда мы знаем, что искать, любые попытки контингенции использовать против нас синтетиков-диверсантов окажутся тщетными.